Так, ну окейушки, сейчас немножечко все вроде пролагалось. Побежали. Итак, всем привет, с вами Дайм Архитект. Сегодня расскажу о таком интересном тактическом приеме, как отвлечь врага на его собственной базе. Делать мы это будем в режиме уничтожения на карте Маяк. Вы видите, что карта довольно обширная. Не чита тем же захватом, подрывом, где пробежал пару метров, оказался на вражеской базе. Ну и здесь... Тоже не такая большая карта, бежал пару десятков метров, оказался на вражеской базе. Видимо, сейчас угомонили двоих наших противников, надо спрятаться за этим замечательным камушком. Камушек, конечно, это полное мыльцо, как видите, тут торчат полигоны, при этом он очень сильно размазан. Есть смысл поставить глушитель, чтобы нас не запалили в случае чего. И я слышу какой-то топот. Какой-то топот, что-то он там тупится, неужели меня завалил? А нет, вон он просто пробежал к маяку. Побежал по соседней дорожке. Так, от снайпера мы избавились. Медик кого-то грохнул. И теперь медика грохнули. Так, медик сейчас появится, поэтому нужно срочно прятаться. Не знаю, меня в этих елках могут легко запалить. В принципе, у меня жопа торчит, скорее всего. И стол немножечко. А нет, вот медик пробежал. То есть, люди убегают со своей базы и вообще не вертят башкой. И не обращают внимания ровным счетом ни на что. Я могу спокойно закомпилиться в задней части их базы и готов воспользоваться за всю миссию, меня не убьют ни разу. Такой советик для стадрочеров. Сидим на подсаде с двумя пальцами. Кстати говоря, подписывайтесь на канал. Подпишись на два пальца, и проклятие будет снято. Как сейчас многие тупые посты ВКонтакте делают. Ну, по-моему, там моя команда без меня справляется. Отлично машет врагов. Сняли снайпера уже. Медика уже давно сняли, он что-то не появляется. А вот он отреспился, он бежит ко мне. Ну, чувак, давай, наверх. Чё ж ты стоишь-то? Давай, подсаживайся. Что такое? Вон там снайпер бегает, стреляет что-то. Ну, медик. Нет, не надо меня убивать, это же дробовик. На, он типа думает, что раз я его не подсадился, давай с дробовиком. Ну, медик, что ты стоишь-то? Давай, подсади меня, ради бога. Вот, давай, с разбегу, чувак, тебе это точно поможет. Тем временем снайпер замах... И меня замахали, ах ты, сука, что... Блин, что забежал на базу и спалил меня. Какой мудак. Что ж, с вами был Дэм Архитект. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока.